Для окуривания помещения мы используем вот серная шашка ФАС. Вот, беру две, достал из упаковки одну, вот он такого вида. Тут прилагается фитилек, но я им не пользуюсь, это ерунда. Берем пару спичек, вот, шашку. И держим вот так вот шашку, чтобы она начала тлеть. Должен появиться небольшой такой синенький огонек. Вот он. Вот шашка уже горит. Его плохо видно, конечно, сейчас. Но вот пузырится оно все. Вот эту шашку мы заносим и ставим в помещение. Вон она стоит. Сейчас следующую. Вот стоит две шашки. Сейчас мы закрываем помещение, и там будет дым. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим, как дымовая шашка окуривает помещение. Вот я открываю теплицу. Это технический предтамбур. Вот смотрите.